уходи отсюда. Видал, как я рукой хвать-хвать делаю. Ты ж тут, падла! Привет, привет! Давайте мы возобновим. Возобновим выживание на незваном госте до... Вот, до 22 дня, а вообще... Это 21 день сейчас у нас начинается. До того, как найдем молот, сделаем себе лук, стрелы и поохотимся. Вот такое выживание. А, да, исправили окна-то. Исправили, а то там видно было то, что не должно быть. Значит, мы на китобойне, мы поспали. Вот насчет поели не очень-то можно сказать. А, точно, а что хотел я сделать? Починиться хотел. О, кстати, вот это можно оставлять здесь. Потому что... И вот это. Надо не забыть. Потому что... Почему что? Потому что... Если я когда-нибудь найду молот, даже если не здесь, а там, в отрадной долине, к примеру, то все равно я сюда вернусь ковать и делать лук и стрелы. Поэтому зачем с собой носить лишнее? Шапка такая, шапка такая. Вот такой еще нету, не заработал. Насколько ты починишься? На 50, это 97 будет. Нет, давай вот этот. Насколько ты починишься? Это 100 будет. Вот, 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 вот. Так. Шапки, шапки есть. О, еще не закрытый слот. Хорошо бы. Хорошо бы еще бы найти бы. И у нас не так много, оказывается, теперь тряпочек, да? Я люблю, когда их побольше. Ой, что я, что я? Не надо мне это ремонтировать. Собрать. 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 Чик-чирики, чик-чирик. Так, пошли давай туда-сюда. Бам! Здесь надо оставлять уже сухую березку, сухой клен. И вон, полкило перьев. О. Лучшие прям кишочки оставлю вот сюда. И даже... А вот это можно делать уже... Па-па-па-па-па-па-па. Но не буду. Все. Вот с этим надо разобраться. Вот это не нужно. А! Оп! Ап! Оп! Давай даже вот это я сюда оставлю. Так, вот это вот зачем мне с собой таскать-то? Пока нету у меня... Никакого. Ни ножа, ни топора. Нету ни ножа, ни топора. Значит, отправляться в путь пора. Йо, а что-то я даже не помню, чтобы так здорово было видно. Смотрите, по-моему, они убрали... Брали стекла. И я что, могу сюда залезть сейчас? Ладно, не будем страдать фигней. Будем страдать фигней, но другой фигней. Вот нас мучает вопрос, что делать. Да, с лишними баночками, например. Зачем они? В инвентаре у меня
находятся здесь 0,1, но вот эти 0,15 можно было бы собрать с него сейчас, его разобрать, это целый час, да? А давай. Проблема с едой может возникнуть. Это мы металлолом еще получили. Можно тоже унести туда, на кораблик, ё-моё. Получается, я... Нет, чуть полегче-то станет, наверное, да? Вместо килограмма у нас получилось 0,15. Куда-нибудь добавилось 0,15. Вот что скинуть-то. А вдруг там сейчас можно чинить? А что чинить? Мне кажется, тут нужен еще передатчик, за которым надо идти обязательно... Эх, найти бы эти патроны. Передатчик. Передатчик надо брать на аэродроме. Он у меня есть. DLC есть. Очень хорошо я этот аэродром знаю. Хватит выпендриваться. Надо что-нибудь... Ой, как мало... Ой, как немного. Мало и немного. А может это приготовить, погреть и выходить прямо с факелом отсюда? Сколько у нас палочек? Прям прилично, и столько даже не надо. Оба-на! Еще металлолом был. Я его должен с собой теперь носить? Я его что, не заметил тут? По темноте. Может, я еще молот не заметил? Нет, не такой уж я и не замечальщик. Сбрасываем. Оставляем на рожек одну. И давай. Все, вот это можно уже не тратить, вот это. Но раз оно у меня есть, я его забыл скинуть, давай потрачу. Третий левел, у меня уже розжиг костерочка. Поэтому можно не тратить вот это вот. Труд, на который ушел. У нас труд. Где баночка? О, давай, сейчас мы тебя приготовим, погреем. И надо все надо кушать. Уже совсем мне не в моготу. 12, 10, 12. Надо будет еще что-то кинуть. И вообще факелы лишними не будут. Ой, если я сейчас с факелами буду горящими ходить, это будет так непривычно. Ну, можно сходить еще в прицеп один осмотреть. А в секретный прицеп где-то пойдешь, спросите вы. Нет, не пойду. Мне это не интересно. Мне интересно так вот. Настоящий незваный гость без такой секретной хитрости. Все, можно взять, может потом съесть, а можно, надо было сразу, наверное, все есть. Вот там бывает медвежантий. Посмотрите, нам легко. Ой, я еще с собой ношу килограммусы, да? А зачем? Вот это давай я тут оставлю. Хоть и мелочь, но приятно, что не надо будет это носить. Пошли. Не буду с тобой разбираться. Туман это... Неплохо с той точки зрения, что ветер сейчас не дует.
Но не очень хорошо, если сильный будет туман, я могу не разглядеть какого-нибудь медвежонтя. Ну да, я не столько для сугрева ел, я просто потому, что я голодный. Так, быстренько нам что-нибудь вот этого. Вот что нам надобно нам кушать, потому что мало-то тут все равно не будет. А нафиг нужно эту книжку мне на таком выживании. А вот это я заглянул, потому что у меня вообще хоть один... А прикиньте, у меня ни одного шприца нету. Как я живу вообще тут? Как вообще можно так жить? Двадцать первый день на носу. А не то. Ни одного шприца. Where's the good stuff? Вот. Ну, и я бы обошелся. Ой. Твое-мое, я буду этот с собой таскать. Я люблю такие вещи таскать. This pack is getting kinda heavy. По краю льда мы пойдем потом. Блин, с той стороны, может быть, рыбка. Она не только стой, может быть. Right, так, погоду не портите, пожалуйста. Я с такой погодой прогуляюсь здесь везде. Ну да. А ты могешь ко мне сюда зайти? Опа. Кукумулятор. Эй, друг. А если я вот так сделаю? А ты можешь это? Можешь испугаться, да? Тут еще один вой. Ребята. Главное, что не волк. Че, у меня будет гаснуть факел. Ой, главное, что не волк. Главное, что не медведь. Ой, сейчас он ко мне подойдет. Момент передачи власти. Пошел ты. В момент передачи огневластия. Из одного факела в другой. А вон и мишка косолапый. Значит, до той машинки мы сейчас мы туда не дойдем. До той машинки. Тихо. Ты не нападешь. Там еще один. Давай с тобой разберемся. Кыш. Да один еще из-под этого между ног не убежал. А ты вообще... Гаденыш, пошел туда, где это. Куда я иду, да? Ладно. Главное, чтобы туда не пошел медведь. Не делай мне неожиданности, понял? Ой, ё, я не ту кнопку, не туда зашел. По камням я туда зашел, а в менюшку не в ту душню зашел. Все. Ой, как интересно. Значит, у нас еще это не сильно ночь. Нам желательно не сильно задерживаться у пещерного волка. А идти к нему обязательно.
Обязательно, я считаю. Ушел бы и медведь погулять далеко-далеко бы. Мы бы живы бы были бы, мы бы еще бы туда позеленули бы. Ну, да это-то, да, да, на мосту машина-то стоит, туда заглянули бы, да. А то что, мы зря, что ли, так-то мы... Да. А не так-то мы... О. Все, страшный момент. Дед может потерять бонус сытости матери. Кушать надо. Это потом можно погреть. Погреть можно. Оленину. Оленину собирать не хочу. Вот не хочу тебя собирать. Потому что тут и так весело, видишь? Чем он придет разговаривать. I need to drop something. А мы сейчас быстренько, 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 быстренько. Сейчас нас увидит тут снизу и начнет хотеть общаться. Дайте мне, пожалуйста, молот прямо вот здесь, вот здесь. Ну что, он лучше, чем? Лучше, чем? А-а-а, не сильно. А вот здесь, не дадите молот, вот здесь. Он, дяденька, лежит. У него есть факел. У него есть... Это... Баночка. Спокойно. Быстро сюда, быстро отсюда, чтобы волк к нам не заходил, когда мы там. Это я не люблю. Это хорошо. А то, что молота у тебя нету, это плохо. А ну, спасибо. Иди сюда, иди сюда. Уходи отсюда. А то за ухо схвачу больно. Видал, как я рукой хвать-хвать делаю. Этот очень быстро забывает. Что его шуганули, очень быстро забывает. Уйди. Ой, у нас сейчас очень быстро это все загаснет. Тут нет у тебя куска мяса. Быстро забываешь, да? Уйди. Оставляю тебе тут на память этот факел, говорю. Ах ты, дурачина. I need to find food. Ты что, падла? Ну, готовьтесь, ребята. Тому, как могут его дубасить, падлу. Ёкерный ты, давай, давай, давай. Видали, что творит? Видали, что творит? Там надо быть сразу, 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 сразу. Раз. Gotta stop that blood loss. Сволочь. Не прыгай, падла. Ты меня хочешь убить совсем, да? Тука, тука. Интересно, интересно. Может меня теперь убить? Он же был готов нападать. И сейчас идет. Он идет, нехорошо идет. Но рычит. Рычит, да? Нам надо от него уйти. Уйти, 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 уйти живым отсюда. Ядрит Мадрид. Блин. Да ёпперес. Сейчас мы... Так, можно было взять в руки ракетницу, если что, да? Он бы испугался пустой ракетницы-то. По идее, если он боялся у меня пустого... Ну, не он, другой, боялся пустого револьвера, то по пустой ракетнице мог бы испугаться, да? Ядрит Мадрид, мы потеряли здоровье. Офигенно потеряли здоровье.
Да нет, я нормально к этому отношусь. Сейчас можно было бы погреть себе. Не так не холодно, да? Не, я не буду тут садиться, знаете почему? Я лучше выпью холодненького. Холодненького. А еды-то не так много, чтобы восстанавливать здоровье естественным способом потихонечку. Я хочу отсюда... ножки уносить. Потому что Мишка рядом может быть. Все. Самое главное переключение 21 дня. Все. Я больше не хочу так. Я больше так не хочу. Вообще мне тут уже что-то разонравилось. Если я сейчас найду рыбку, Блин. О, все, можно я не буду больше ничего говорить, я немножко в себя буду приходить. Бе-бе-бе. Наемся, спасибо, да. Надо уходить. Можно просто до... до китобойни можно просто уходить. И там уже все. Зализывать раны. Надо еще посмотреть, как меня тут покушали. Ой. Эти потякижечки. Можно пытаться тут его приготовить. Но извините, когда так мало здоровья, а рядом может быть медведь, я не хочу готовить на улице. Вот я пахну, а ты меня не преследуешь, да? Медведь зато чучует тоже, наверное, рыбку-то чучует. Можно, конечно, идти до этого самого. Кораблика. Вот еще. У нас две рыбы-то. Все. Так. А там нету третьей рыбы. Мне, пожалуйста, не надо. Ну что, я ухожу на кораблик, да? А там Мишка. Я бы ушел сегодня и на эту, как ее называют. Мне достаточно интересно. Одежек, чтобы спать на корабле, должно было достаточно до драки с волком. А сейчас не знаю. Мы покушаем, поспим, потом мы посмотрим кино какое-нибудь интересное, посмотрим, да? Вот. Потом мы посмотрим, что у нас с одеждой, как у нас к завтраму восстановится. Мы еще не сильно устали, а устать желательно сильно, чтобы больше восстановить. Даже не знаю. О, мы не можем бежать, если медведь жарить тут к нам подойдет, то нам каюк. Шприца нету, что это такое? Наверное, там это на маячке. Люди, оператор, смотри, вот если ты не записывал звук, я тебе покажу. I've never been so hungry in my life. Ты такие эмоции такие выдавал. Вау, контент. Обычно я так не люблю. Но нет, да тут на самом деле серьезно напугали. Сейчас у меня загаснет факелок. Ты ни низок, ни высок. Давай-ка быстренько сюда, друг. Да ладно, у меня еще спичка есть.
с одеждой-то? Не тронуто, вот это еще запас. С одеждой так ничего. Он это принципиально пожирал мое мясо. Меня. А не одежду мою. Меня пожирал. Да, медведь? У меня рыбка есть, а тебе не дам. Две рыбки. У меня есть. Деребёхи, деребёхи. Ох, это хороший день, хороший. Я дошел живой до кораблика. Это, вот видите, медведь здесь. Можно было бы там осматривать машинку на мосту. Но извините, мимо двух волков с таким здоровьем. Не-не-не-не. Ну все, а то вы удивлялись, наверное. Чё это у него тут за такой незваный гость, что он? Ходит тут, ходит и это. Никто его не жрет. Потому что я очень осторожно ходил. Все, жгу, все. Чего здесь? Ой, вон ту надо еще можно. Ладно. А нету у нас такого. А может мы... Нет, пока мы найдем какой-нибудь антисептик, мы что-то не находили. Крафтим повязку 15 минут. Слышите, медведь буксует, нехороший. Значит, от головы у меня 25% откусил, да, значит? Больше. И еще откуда? Риск заражения. Где еще? Левую кисть. Надо так много здоровья отъесть, да? Ой-ой-ой. Не зря я взял еще одну лишнюю тряпочку, да? Сейчас уже нужны тряпочки. Это мои петухи. Так, 50%. Оп, еще сейчас отравиться, да? Не надо. 600 с лишним даже не войдет. Значит, можно отравиться. Оба, она не доелась. И даже еще я жив. А, хорошо. Хорошо. Только я же не устал, чтобы спать 9 часиков. Ушел. Не, пожалуй, не стоит никуда выходить, даже до вот этого уста, островка. Пожалуй, мы не будем ходить. Пожалуй, мы будем пользоваться чаями. Но, наверное, надо было даже... Да не знаю я. Пусть будет еще парочка. Что я сюда принес? Я сюда принес вот два металлолома положу. Положу на место два металлолома. Это можно чинить. Было 48.
только осталось. А было 105, когда мы заходили к волку. Ой, водички, водички стоит натопить. Думал, я быстрее тут везде похожу. То есть больше всего осмотрю. Но это 21 день. Это какая 15-я серия. Нам еще повезло, что 13-я серия прошла без вот таких сюрпризов. 74 и 100. Делайте еще один, как считаете. Никто из вас никогда не делает такие факелы. Вот такие. 15 минут. Че бы и не сделать, я думаю. Потом, правда, я не пользуюсь долго, но потом, когда вот надо пользоваться, он очень может пригодиться. Береста, ты действуешь вообще? А чё ты меня не лечишь, Береста? Восстановление здоровья постепенно. А почему тогда у меня не 49, если постепенно? А, это 49, это 48, тот минимум, до которого она опускалась, да? А сейчас у меня уже больше 50. Да. Действует прямо. Хорошо-то как. Как мне хотелось везде погулять. И до машинки. И до церкви, и до маяка. Ну а больше тут делать нечего. Можно, конечно, еще там вот поискать лут. Завтра. Шесть штучек. Вот таких. Зачем мне столько вот этого всего? Ну, конечно, можно умудриться еще и с лосем пообщаться где-нибудь. Нет, я надеюсь, нет. Надеюсь, не будем мы общаться. Так, факелы нужны. Вот это вот. Вот что. Что у нас плохое? А мы сюда добавили, пока рыбку готовили. Сюда добавилось. Вот, в курсе, да? Так, вот это все заправляю. Это с собой таскать. Something's gotta go. То ли не таскать лучше. Ну ладно. Завтра будем смотреть, какая погода. Ой. Сейчас погаснет. Погоду будем смотреть завтра. А чаев у меня достаточно, по-моему. Я до конца здоровья не восстановлю, наверное, пока буду спать. А зато... чай березовый все равно буду экономить. Пердец ставил. Не, ну так себе, конечно. Если я хочу завтра бегать везде, я... опа! Ой, какое все нехорошее! Да ну нафиг! I would do anything for a drink right now. Пошли вниз.
Может, это разломать. Might have to drop some gear. Опа. Я что, еще что-то пропустил? Или это ты тут ходишь и встаешь, иногда тряпочку добавляешь? Ой. Вот. 12. Есть чем чиниться? Вот такой набор есть? Так. Что-то я еще хотел. Я хотел еще что-то сюда положить. Хотел? Еще одна лишняя банка. Наверху можно было оставить. Это можно драть. Это можно... А можно еще почитать сейчас. Еще не супер темно. Я могу успеть прочитать одну книженцию. Тогда у меня потратится еще немножечко здоровечка. Ну, в смысле, блин, усталости у меня потратится немножечко. Вот, кино, говорю, посмотрим. А какой нас интересует? Нас про еду. Мы про покушать любим. Вот не успел. Ну ладно. Вот эту штуку лучше съесть сейчас, потому что если я отравлюсь, то я заодно и посплю. Полечусь, да? Так, значит, мы вышли на тоже примерно на те же запасы по еде, как утром. То есть все хорошо. Вроде у нас все высохшее, ничего сушить не надо. А где я покидал? У меня же было... А, внизу здесь еще я покидал сушить березки. Ой, я чем я крутился. Так, 21 день выжили. У нас вот уже 90 с чем-нибудь. 95. И спать-то больше не хочется. Ага. А на улицу тоже не хочется. Вот его рвать, он столько же будет весить 10 тряпок, сколько не рваный. Да как это темно-то? Давай, давай, давай. Почитаем. Вон она. Чтение полезно для здоровья. Так. Вот так вот. Я могу тебе даже эту книжку оставить. Может, ты почитаешь. У меня она прочитана. Эти вот эту лучше оставлю. Смотри, это вообще бомба. Это ты любишь такое. Пиф-паф. А этим можно разжигать. А бересту можно перетирать. А отсюда можно уходить. Уходить. Хотя бы. Можно, конечно, еще спать, но что-то хочется мне на улицу. Это то, что я думаю? Или нет? Странная какая-то метель. Это метель. Или это только снег такой плотный? Ё-моё. Не нравится мне это.
То ли метель только кончилась, то ли она... Похоже, кончилась, точно. Хорошо, что я резко никуда не побежал. Вот это я же еще хотел оставить. Мне столько... Что такое? Мне столько не надо. Вот они подсохшие есть. Ой, смотрите, какое тут богатство. 33 штуки. А тут... Опа, даже уже не получишь ничего. А тут... Ну, мы еще можем тут везде походить. Заглянуть в шахту. Мы еще не прошли по шахте, вдруг. Или мы прошли по шахте, что я не помню. Нет. Или да. Нет. Не прошли. Так, а у меня это... Кто знает. Будет тут кто, медведь? Нет. Опа-на, а чё мне так холодно-то? Вон там чемодан, по-моему, выбросил. Плавучий чемодан. Так. Блин. С чего начинать осмотр? С оттуда или с отсюда? Если я пойду к медвежьему месту, то когда я доберусь до церкви? Юкерный бабай. Кролики, живите. Клёны растите. Палки собирайтесь немножко. Как-то так. Так, что нам послал Посейдон? И по сей день Посейдон посылает нам... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не пойми чего, а это чё? Чё-чё? Чего? А, это сундук пиратский. Йо! Кси! Кси! Вы видали. Посмотрите. Коварный сундук, вы видали. А если бы в нем два предмета было? Все, гудбай тогда. Тогда еще остаемся тут сохнуть и вообще... Минус 8. Чё толку я сейчас буду зажигать факел, если минус 8? И что, я побегусь. Можно зажечь факел, сделать берёзовый сок. Берёзовый сок. Берёзовый напиток. И это самое, согреться. На дорожку избегать. Туда немножко. Где медведь, я не знаю. Кто я плохой? Потому что я возьму сейчас вот так сделаю. Так я сделаю, и все равно будет холодно. Я приготовлю.
есть это чудо. I'm so cold, I'm warming up again. Зараза, все холодно. Не холодно. Опять куча плохих факелов. Так. Маршрут я себе придумал такой. Вот такой. Если вот он, правильно. А мы пока сюда, туда, потом оттуда назад туда, через шахточку. А тут ничего нету. Так, вот там, возможно, еще рыбка, допустим, бывает. Ну, это нас. Не очень сейчас привлекает. Нам главное, чтобы медвежатник не вернулся к себе. Чтобы он нам дал оттуда дойти до сюда. До шахты потом, чтобы мы успели. Может даже пробежаться. Не, ну, наверное, там нету молота. Наверное. Но, конечно, хочется, как всегда, чтобы был. О, грибы будем брать, пока медведи нет. Хоть грибов утащить от него, да? Запомним, грибы мы у него забрали. И еще надо забрать вот здесь все. Еще надо, чтобы он сюда не повернул. Потом палки будут подбирать тут, да? Это ж не главное. Я знал, что ты запертый. То, что ты пустой, я не знал. Это что там? Инструмент? Да, у меня уже есть. У меня уже такое имеется. И вот этого у меня полно имеется. Ну что ж. Значит, нам туда дорога. Так, волк вон там поднимается. Если там медведь, мы узнаем от волка. Он же скулит. Хотя он может быть такой тупой, что не разглядит медведя.
Ты не заслуги, там второй блок. Один вверх, другой вниз. Правильно. Все, медведей нет, мы сейчас дойдем до шахты. Должны, должны. Не смотри в нашу сторону. Да ладно. Дед может уже даже запасать опять. Ой, березки. Зараза. Мне там достаточно. Если что, я еще потом. Будет поудачнее момент. Новое местоположение. Не были мы здесь. Березки, да? И они бы уже сохли. Зачем мы выходим, когда тут волк? Ну давай, давай. Сейчас придет. Да, ты пришел. И уходи. Все. Туда не пойду, там, наверное. Что там, бересты там не бывает. А палок. Так, у нас хватает. Что-то мне уже тяжеловато становится. Угля у нас. Факелов у нас 100% теперь. Так, вот теперь вот это место смотрим. Номер, где написано было, да? Вот это место. Ну, ну ладно. Ведь не какой-нибудь более легкий уровень, где тут, может быть, револьвер бывает. А может, теперь не бывает. А может, и бывает. Лежал бы здесь вот молот вместо револьвера. Так, у нас еще остается выход из этой шахты. Не осмотрены у нас еще там... Церковь, машинка, по дороге к маяку. Ой, там еще лодочки, ё-моё. Там не столько вот этого всего, кто знает, зачем. Я сюда припёр, фиг знает сколько. Теперь отсюда попру. Так, открывайся. Фи. Просто вот обидно, честно, честное слово. Как мне идти? Нужно ли с собой таскать вот это, батюшки, 19. У меня не четное количество, у меня четное, наверное, количество грибов. Ветерок не очень хороший. Возможно, мы дойдем до маяка. Да, возможно, мы и дойдем, а возможно, нам не дадут. Так, смотрим, а тут будут у нас тут двойные палки у церкви, нет? I could use a drink. Как у меня было. Ну, там у меня был
Там у меня был кастом. А здесь чистые незваные гости. Ветерок такой. Ненадежный. Not gonna be able to carry this load for much longer. Опа, я бегать уже не могу. Эй, давай. Эй, давай. Эй, давай, забирайся. Ну почему? Эх. Только бы ветер бы не усилился бы. Мне уже не хватает вкусненького. Ёлки-палки. Лес густой, сейчас начнется сильный ветер. Can barely walk with this much gear. А точно, я бежать даже не могу. Я перегруженный. Очень привлекательный для волков. Мы не были тут в этот раз в укромном уголке Кэти. Значит, мы там еще не были. У лодочек вот здесь нигде не были. Ну, естественно, на маяке. Мне слышится, или там был волк. Выхожу-ка я сюда. Давай. А вот вопрос. Мы будем рисковать? Это даже не вопрос. Вот тут волк, мы будем рисковать. Но к другой не пойдем. К другой лодке не пойдем. Мы вот сюда пойдем. Рыбку нет. Рыбку съел уже, да? Съел рыбку. Иди сюда быстро, пока факел не погас. Он же не погас. Тут какой наглый, помните? В пещере волк. Что-то я там не так сделал с ним, да? То ли я быстро на него пошел, пока он это... Я думал, что он все еще боится, а он уже похоже... Оба напротив ветра, и начинается метель, и сейчас у нас загаснет, когда мы поднимемся, и тут как раз бежать-то не могу, чего я нажимаю shift, не могу бежать. А волк сейчас вернется сюда, за мной. Не буду об этом думать. Я буду думать. Приятная погода. Приятно, что я иду в такую погоду. На теплый маяк. Что это маяк никак? В бледной бухте маяк. Никак
в бухте-барахте, а вот такой. Хорошо. So cold. Все, еще на одно место меньше осматривать завтра. Эти лодочки мы осмотрели. Это пердец стайл. All this gear is slowing me down. Мандарк. Брать или не брать ягоды, не буду. Так, ну что еще? Что еще? Может ли или не может ли? Я думаю, не может, да? Нигде ничего тут быть. Дядька есть. Не может быть в самом даже вот в этом, да? Ой, кушать мне дайте. Как минимум чипсы должны тут быть. Почему нету? А, он может быть на полочке, может быть хотя бы еще шприцочек. Так. Книжки дают, а какой едой их читать не дают. Я вчера прям вспоминал тебя. Шприц. Когда волк меня пожрал, вот я очень хорошо тебя вспомнил сразу. Так. Начал. А еды не больно. Не больно много у нас тут с вами нашлось еды. Вот, чипсы, я говорю, должны быть. А вот сейчас не считается, что началась метель, когда я был здесь? Нет, наверное. Вот нету молота, я думал, почему бы вам здесь? Почему бы вам не положить его здесь? Я обошел одинокую торпь. Я там заспавнился. Я ее почти всю обошел почти. Я почти все загадочное. О, вот обидно, если на самом деле на загадочном где-нибудь, куда я не заглянул, лежит этот молот. Mouth so dry. Кто его знает, может мы прям туда и дойдем потом. А будем мы качать кулинарию еще с помощью этой банки? Че толку? Резко ничего не увеличится. Съем так. Можно оставить здесь запасы некоторые. Уголь, например. Слушайте, в следующей серии уже, возможно, будем голодать. Если только не отнимать здесь оленя. У волка. Записка. Как отнимать оленя у волка? Шучу. А. Так. Значит, это у нас. Так. Вообще, это можно завтра сделать. С утреца.
Сейчас лучше спать вот на эти калории. Как я буду? Как я буду, если я буду голодать? А, я могу в укромном уголке Кэти, если там есть туша, могу там мясцо снять. Ну, хотя бы только мясцо. Могу. Имеем много всего. Вот это не читали, вот это. Это таскаем. Зачем-то. Эти не читали. Эх, некогда. Это можно просто доставить. Вот что я вот это нашел? Вот это. Давай надену. Ты мне это чуть не стоило купание в воде. Вот эта курточка. Дай я тебя починю. Что? Давай, 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 давай. 90. Вот это можно, это... Ну, не, это не буду. Вот это можно чинить, но это такая бяка. И не успею. Getting kind of thirsty. Успел. Так, что скажете? 900 калорий. Мне, конечно, хватит. Но потом все равно надо есть. Ладно, мне хватит. Мне надо спать. И это уже какой? Это уже 22 мы выжили. Это 23-й. Потому что завтра утром днем, наверное, уже будет 23 показывать. Наверное. Но, судя по всему, придется отсюда все-таки уходить. Дас.